Так, здравствуйте, друзья. 31 декабря. Работа кипит. Отдыхать там некогда. Вот. У нас рабочий день. У меня уже лежала Валерия Костиновича и моя любимая племянница Юлия Сергеевна Мельникова. Это она посылает вам посылки. Где посылки? А, покажи, пожалуйста. С утра собраны уже косточки, вот они, и вот они, вот, и часть работы, и вторая часть работы, а даже учебный фильм, то есть сейчас вы, часть из вас, обратите внимание, еще сухие, так, 3-4 месяца, 3-3,5 месяца это время сертификации. Я часто подсказываю, с юга покупают, от Таюги та же проблема с персиками. У меня с сибиряка покупают персики, косточки в частности. И тогда южанам пора сертифицировать, и сейчас она будет сертифицировать и вас учить. Так? Вот. А северянам пока высылаю, вот они распасованы. Поскольку по 5, да? По 5, по 10. Распасованы. Еще в ближайшее время, поэтому мы не все будем сертифицировать. В ближайшее время еще будем высылать сухие для южан. И вы сами подсказываете, как это будет выглядеть. Значит, Юлия Сергеевна, ставлю вот так вот. Прошу вас встать. Вот. Значит, дело в начале соотношения песка и воды 6 к 1. У нее покажи вот эту штучку. Здесь написано ровно литр. Значит, три штучки, ну, учитывая, был бы у нас большой таз, но он занят. Поэтому работаем с... Хватит 2 литра. Так, 2 литра. Тогда получается 2 литра. Тогда уже где-то, вот, знаешь, как для людей постараемся. Потому что... Мы не сможем перемешать. А? Мы не сможем здесь все перемешать. 2 литра. Тогда так. На 2 литра нам нужно будет сколько воды? 6 к 1. 2 делено на 6. 20 на 6. 330 грамм. Да? Mm-hmm. Ну-ка вспоминаем арифметику. Еще раз. Значит, на 2 литра, 6 к 1, 1 шестая часть. 2 литра. 20 на делим на 6. Получается 30. 1,3. 330 грамм. Вот. Дело в том, что нам потом еще придется, еще есть понятие 1 к 7, вливай. Только сейчас я сделаю это. Здесь 670 грамм. Значит, половинку вот этого. А то, что мы немножко людей заставляем мозги напрягать при составе, тоже неплохо. Давай. Итак, 6 к 1. Перемешиваем. Двумя руками активнее. Вот. И, возможно, добавим. Почему? Дело в том, что песок я привез свежий, и он какой-то небольшой, ну, с этого, с карьера, буквально позавчера. Вот. И может оказаться нормально, мы покажем, к примеру, что такое нормально. А может, если он был сильно сухой там, потому что... Ну, по-моему, я привез сложновато, так что, скорее всего, 6 к 1 оставим. А пересохший песок мы делаем 7 к 1. Еще. Я посмотрю, запись идет. Идет запись, вот ты все видно. Руки твои красиво видно. Так. Ну, допустим, перемешали. Теперь вот так вот возьми, сожги. Покажи. Ближе можешь показать чуть-чуть? Вот так вот. А теперь я. Сыроват. Все-таки не получилось 6 к 1. Вот был все-таки сыроват. Добавь немножко сухого. Сыроват. Могут, ничего страшного нет. Но могут раньше проснуться. Ой, все, хватит. Теперь должно получиться. Вот сейчас получится уже то соотношение, какое надо.
скорее всего, ну, еще раз говорю, мы чего не можем точно сказать, потому что, когда мне песок с прошлого года лежит, он абсолютно сухой, а этот с карьера, все-таки он был немножко с этим, со снегом. Ну-ка. О, самое то. Теперь наш песок особый. Мы его, а, не прокаливаем, б, не промываем горячей водой, как делают аквариумисты. Мы его не дезинфицируем с помощью там, разных средств, начиная с этого. Ну, вы знаете, что такое дезинфекция. Вот. И тогда нам просто повезло, что наш песок практически не имеет посторонних вручений, которые называются биологические добавки, то есть не совсем чистый песок. И тогда могут сопливать косточки. Потому что появляется такая своеобразная плесень. Так. Ну что, Юлия Сергеевна, давай покажи хотя бы один первый. Сделай и будем считать, что учебный фильм закончен. Да, сейчас. Вот это вот нам прислали. Так. Потом я на память сейчас не вспомню фамилию того, кто прислал. Вот. Так, ну фасовка будет по 5 и по 10. Это все я называю транспортным вариантом. 5 дней будет идти, значит, все, 5 дней это, у меня в холодильнике. Дальше вы заказываете. Идет в течение 5 дней и повезет 10 дней. Бывают срывы у почты, ну, такая уж у нас почта. Вот. И тогда получается, в общем, посмотрели, да? Вот. Получается так, сейчас еще это, Юра, сейчас я все постановлю, заклеить вот это. Откуда даже с воздуха не было. Сам принцип. 10 штук хасанский песок. Когда получите, разрежете и побольше и в банке, и побольше песку. Объясняю еще почему. Теоретически можно оставить вот так. Когда весна, одно из моих открытий своеобразных, когда приходит весна, они начинают раскрываться, и первые 2-3 раскроются, весь этот высасывает всю влагу. А человек ждет, что и остальные раскроются, уже не дождется. Для них дезинфекция была неполноценной. Поэтому получили сразу холодильник, но перед этим увеличили песка в раз в 10. Так, ну что, благодарю за внимание. Сейчас Юля вот это закроет полностью и все. В смысле, заряжет. Все, благодарим за внимание. Юлия Сергеевна, пообещаем, что хороших садов, Новый год. Ну, с наступающим всех Новым годом. Желаю всем хороших садов, хороших плодов, успехов во всем. До свидания. У нее волшебные руки. Дальше зависит от вас. До свидания, друзья. Герб Железов, вот это.